Хлеб всему голова, хлеб на столе, счастье в доме. Что бывает, когда не хватает хлеба? И почему нельзя выбрасывать недоеденные куски в мусорную корзину? О цене и ценности хлеба написала сценарий праздника учитель начальных классов Людмила Редько. Четвероклассники рассказывали, насколько ценился хлеб во все времена в России, как его добывают на полях и перерабатывают, чтобы получить булочки, пряники и буханки. Дети пели песни о хлебе, показывали сценки быта казачьей хаты, где пекли вкусный хлеб. Директор школы Ольга Олеговна Казакова предложила ввести новый праздник в школе номер 7 в честь кубанского каравая, не менее значимый, чем Новый год и 8 марта. Ведь без хлеба раньше, да и теперь, не может состояться в России ни одно застолье, ни одно торжество. Это праздник, который отмечался после сбора урожая, после окончания всех сельскохозяйственных работ. И новогодние рождественские праздники, они и могли быть только потому, что столы были обильно украшены хлебом, продуктами, которые получил крестьянин, житель Кубани и житель Анапы после осени.